В качестве базы под тень я буду использовать консилер, новый фильтр консилер в оттенке 06 Fair. Немножечко нанесу и растушую бьюти-блендером. И, конечно же, наша красавица. Кстати, на эту палетку я сделала полное swatch-видео каждого оттенка на глаза. Здесь в подсказочках можете перейти на это видео. Или же я оставлю внизу в инфобоксе ссылочку. Итак, что мы сегодня будем делать? А фиг его знает, что мы будем делать. И давайте как пойдет, как говорится. Давайте возьмем с вами вот этот вот оттеночек. Он самый нейтральный во всей палетке. И нанесем складочку века в качестве каркаса нашего макияжа. Дальше возьмем с вами вот этот вот оттеночек и нанесем на все подвижное веко. Теперь берем с вами вот этот вот оттеночек и оформляем нижнее веко. Теперь берем с вами вот этот вот оттеночек с блестками. И проходимся по линии роста ресниц, а также будем делать небольшую растушеванную стрелочку. Ну и давайте добавим блеска все-таки. Возьмем прессованный глиттер и нанесем аккуратненько в уголочки глаз. Наш макияж глаз завершен. Немного прокрашу реснички сейчас тушью Golden Rose Miracle Lash. Теперь налеплю любимые реснички от Huda Beauty Giselle. Они более естественно выглядят. И буду использовать такой вот клей для ресниц дуо с кисточкой. Ну и давайте нанесем помаду. Буду также использовать помаду ColourPop в коллаборации с блогером Zoella. И этот оттенок называется Me. Вот мы и закончили наш макияж, надеюсь, вам понравился он и был интересен. Я постаралась сделать, ну, полайтовее его, конечно, как это было возможно с помощью этой палетки. В принципе, мне очень нравится макияж. Если убрать, допустим, синий оттенок с нижнего века, а также убрать блестки с уголков глаз, то
и менее интенсивно сделать стрелки, то мне кажется, получится довольно-таки носибельный макияж. Ну, а так я показала один из вариантов макияжа, который можно сделать вот с этой, на первый взгляд, не очень носибельной палеткой. Так что, если вам понравился этот макияж и было интересно это видео, не забывайте оценить его лайком, также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых роликов. А также внизу в инфобоксе есть ссылочка на мой инстаграм. С вами была Маша, люблю, целую, до встречи в новых роликах, пока-пока!